Итак, уважаемые, сегодня я вышел осматривать свои семьи, смотрю, небольшой раек висит. Ну, предварительно мы подготовили, сейчас мы его струсим. Сегодня 24 июля 2017 года. Вот поставил сюда рамочку одну пластиковую. Поставил рамочку с напрыском, с метком она вес имеет, они на есть. Вот. Вытащил с какой-то семьи, как говорится. Это не раек, это просто с теми пчелами я даже не струсивал. Но ничего, проблемы не будет. Вот. И это с напрыском. Короче, пару сотов, потому что сейчас очень плохой взяток. И неизвестно, по каким причинам раек вышел. Сейчас мы покажем вам этот раек. Пойдем вот сюда, поглядим этот раек. Вот он, поворачивает туда. Ну что взять с этого райка, друзья? Ну, можете это самое, слет какой-то семьи или еще что-то. Ну, собрать его надо, конечно же. Как мы будем собирать? Обычно у меня раи мало выходят, потому что я их часто продаю отводки. Ну, вот такое бывает среди лета и даже по осени слет бывает. Так что мы сейчас это самое сделаем его, эффективно струсим. Он, правда, на низу сел. Вот. И вот, ну что, тут на одну рамку обсиживается, так сказать. Ну, заберем, потом подсадим это самого, как его, подставим туда все, что есть, посмотрим. Ну вот, посмотрите, что его тут видеть. Тут нечего видеть. Вот, остатки немножко сели на меня. Ну, это не страшно. Обходи с другой стороны. А этих сейчас мы струсим. Так, вот сюда мы их сейчас струсим. Все струсили. Все пусто, видите? Поза, засними вот это. Ну, вон и маточка, кажется, бегает. Я сейчас вот смотрю. Похоже, что есть, если не ошибся. Вот, она не видно. Может есть, может нету. Ну, потом проверю. Сейчас они немножко устаканятся тут, успокоятся. Через некоторое время проверим. Итак, друзья, что мы можем сделать с этим раёком? Ну, жалко его, висит бедняжка, страдает, пришлось струсить на пару рамок, как говорится. А так как я имею опыт, главное, чтобы была летная пчела, целая рамка летной пчелы, то мы сюда можем подставить, и яички будут тянуть, и расплодик открытый будет тянуть. До осени еще, август, сентябрь, октябрь, у нас 3 месяца, то будем дальше экспериментировать. Я думаю, что он у меня наберет обороты, потому что я имею хорошую пасеку. Достаточно у меня тут пчелы, может показать с этой стороны. Вот. Пчела есть. Так что, если по одной рамочке кину туда с каждого семьи, то будет очень хорошо, так сказать. И с этой стороны есть пчела. Пожалуйста, покажи, есть пчела, и с этой стороны летает. Кинем по одной рамочке, если с каждой семьи, то это будет аж двойное, как говорится. Очень много. И с этой стороны пчела есть, пожалуйста, покажи. Вот. И с той стороны пчела у меня есть. Ну, штук 40 семей есть. Я думаю, что-то сделаем. Итак, друзья мои, вот такой экстренный случай произошел у нас. Ну, если увидели, где раек, снимайте, не переживайте, добавите туда открытый расплодик, кините с большой семьи. Большая семья не пострадает от этого, медосбор от этого не уменьшится, если от большой семьи кинете. Ну, подождем попозже, что они там устроят, я проверю. Если матки нету, добавим туда матки, они все равно там останутся, потому что им надо кушать. А сейчас взятка нету, то я им поставил там немножко напрыска. Так что, если что, к вечеру добавим еще. Проверим, как они устаканятся, начнут летать. Итак, до встречи. Пишите, задавайте вопросы, ставьте лайки. Удачи вам. Подписывайтесь. Ждем ваших комментариев. Итак, уважаемые, мы живем в такой местности, где у нас есть цикады.
Вот, посмотрите, что она представляет собой, цикада. Это такая большая муха, приблизительно вот она с палец, с мизинец. Вот. Она 6 лет находится в земле червячком, потом вылазит вот такой червячок, и она вылупляется из него вот здесь вот, вот смотрите, вылупляется отсюда, вылазит. Ну, а потом она немножко кушает и подрастает. Это самец цикада, это, по-видимому, самочка уже без головы, ее муравьи подкушали вот немножко, видите. А это самец. Он поет, вот он, видите, посмотрите, по нем видно позаду, что это самец. Живут они всего 18 дней приблизительно, 6 лет развиваются в земле. Вечером очень хорошо поют так. Это вот название цикада. Если у вас нет информации об этом, то, или какие-то вопросы, то можете задать. Удачи вам, до встречи.